Как тебя зовут? Меня зовут Артём Токарев. Сколько тебе лет? 7. В садике нравится тебе? Очень. А что тебе больше всего запомнилось в садике? Чем ты тут занимался? Я тут играл, ел всякую очень вкусную еду, занимался. А друзья у тебя есть? Есть. Как зовут твои друзья? Семён, Дима, Олеся, Ева, Тимур. Пожелаем что-нибудь перед школой? Что ты можешь пожелать? Я хочу, чтобы вы, все мои друзья, учились только на одни пятерки, и чтобы вас не ругали дома, когда вы там получали двойки. Так, а что такое школа? Что такое школа? Я не понимаю. Ну что такое школа? Ты знаешь? Ты хочешь школу? Да, очень. Ну а как ты представляешь, что там будет? Перемена, уроки. Так, а лучше школа или садик? Садик. Почему? Ну что там можно спать. Да? А какая у тебя мечта? О чем ты мечтаешь? Я мечтаю стать пожарным. Почему? Потому что я посмотрела один фильм, «Огонь» называется, и мне он очень сильно понравился, и поэтому я стал, и хочу поэтому стать пожарным. Я мечтаю о том, чтобы я с мамой поехал в отпуск, в Сочи. В Сочи? Хочешь в Сочи? Да, да. А что там? Там мне очень нравится вот эта вот холодная водичка. Был. Хочу еще раз туда съездить. Где тебе понравилось? В Адлере жили или в самом Сочи? В самом Сочи. В самом Сочи? А как пляж назывался? Не помню. Помнишь? Ну ладно, можешь помахать мне сказать. До свидания, детский сад. До свидания, детский сад. Как тебя зовут? Марк. Сколько тебе лет? 7. А тебе в садике нравится? А почему? Потому что там санчас, я во время санчаса не сплю. Да тебе не нравится? Нет. А ты в школу хочешь? А что такое школа? Школа – это там, где дети после сада. А что лучше, школа или садик? Школа. А почему? Как ты представляешь? Потому что там просторно, там больше места, там перемены, там целых 4 перемены. А в садике и то только вечером, и то только чуть-чуть поиграл. Ну а что тебе запомнилось все равно в садике вот, за все время? Что ты запомнилось? Санчас есть. Санчас? А друзья у тебя есть? Мало. Очень. Амир. Амир. Ага. А пожелал мне что-нибудь перед школой? Что можешь пожелать? Ну, я не знаю. А какая у тебя мечта? А о чем ты мечтаешь? Я еще маленький, и потом, когда я вырасту, я могу еще... У меня может появиться другая мечта, поэтому сейчас я не знаю, какая у меня мечта. Больше всего я хочу стать полицией. Может, там бегать много надо. Хотя я не очень люблю бегать. Хорошо. До свидания, детский сад. Виталя. Сколько тебе лет? 6. Садик нравится тебе? А? Садик нравится тебе? Да. А что тебе больше всего запомнилось? Спать здесь. Почему? Просто классно. Да. А как зовут твоих друзей? Как твоих друзей зовут? Амир. Тамерлан. Сагенган, Тимур. Ага. Пожелаем что-нибудь перед школой? Что можно пожелать? Робот-собаку. Хорошо. А что такое школа? Что? Что такое школа? В
школе? Да, школа что такое? Что такое школа? Школа там это доучение. А лучше школа или садик? То и другое. Почему? Потому что они оба классные. Кем ты хочешь стать? Человеком-пауком. Почему? Потому что мне нравится повсюду лазить, потому что у меня на день рождения будет костюм Человека-паука. Какая у тебя мечта? О чем ты мечтаешь? Об костюме Человека-паука. И все? Хорошо. Может, помогать тебе до свидания? До свидания. Меня зовут Никита. Так, сколько тебе лет? Мне 7 лет. В садике тебе нравится? В садике. Да, нравится тебе? Да. А что тебе больше всего запомнилось? Что мне, все нравится в садике. Мне, все нравится в садике. А что ты запомнился? Игра, да? Да. Писать, дела какие-нибудь делать, рисовать. А как зовут твоих друзей? Моих зовут друзей Влад, Лиза, Марк, да. Артем. Пожелаем Стёкар. Что-нибудь перед школой. И Дима. Пожелаем что-нибудь перед школой. Что можешь пожелать? Стоп. У них был... хорошее предчувствие, чтоб у них были пятерки, и у них все получалось в школе. А лучше школа или садик? Школа. Почему? Садик лучше. Так, а кем ты хочешь стать? Я хочу стать полицейским. Почему? Потому что он ловит бандитов. И обучает чему-то. Хорошо. А какая у тебя мечта? О чем ты мечтаешь? У тебя есть мечта? О чем ты мечтаешь еще? Не знаю, есть или нету. Хорошо. А что лучше, зима или лето? Лето. Почему? Потому что тепло. Хорошо. Можешь помахать сказать? До свидания, детский сад. До свидания, детский сад. Как тебя зовут? Лиза. Сколько тебе лет? Мне 6. Так, садик тебе нравится? Да. А что тебе больше всего запомнилось? Мне запомнилось, как мы делали занятия, писаем, и как мы играем. А как зовут твоих друзей? Марк, Женя, София. Так, а что лучше, школа или садик? Садик. Садик, почему? Там можно поиграть и поспать. Так, а как ты себе школу представляешь? Чем там заниматься? Расскажи. Мне нравится занятия делать, лепить. Так, а кем ты хочешь стать? Ветеринаром. Почему? Я люблю очень животных. Так, и какая у тебя мечта? О чем ты мечтаешь? У меня нет мечты. Почему? Пока не придумала. Хорошо. А что лучше, лето или зима? Зима. Почему? Там, можно снежки лепить, снеговика. А прошлой зимой чем ты занималась? Я лепила снеговика. До свидания, детский сад. Тебя зовут? Семен. Сколько тебе лет? 6. В садике нравится? Да. А что тебе лучше всего запомнилось? Как мы ходили на физкультуру. Так, а как зовут твоих друзей? Артем, Влад и Рома. Пожелаем что-нибудь перед школой. Что ты хочешь пожелать? Чтобы они никогда не болели. Учиться. В школе будет лучше или в
садика лучше? В садике. Почему? Потому что там надо спать. Хорошо. А кем ты хочешь стать? На заводе работать. Да? Почему? Ну, чем там заниматься? Еще не придумал? Таскать коробки. А какая у тебя мечта? О чем ты мечтаешь? Поехать на море. Да, а куда? Еще? Какое море? В обычное. Хорошо. Да, а что лучше, лето или зима? Лето. Почему? Тепло. Хорошо. Ты можешь помахать, сказать, до свидания, детский сад. До свидания, детский сад. Как тебя зовут? Ваня. Сколько тебе лет? 6. Садик нравится? Да. А что тебе больше всего нравится? Ну, чем ты будешь заниматься, расскажи. Пазл собирал. А что еще? Играл. А как зовут твою друзей? Расскажи. Аня. Тамиран, София. А кем ты хочешь стать? Полицейским. А какая у тебя мечта? О чем ты мечтаешь? Стать полицейским. Да, а почему? Потому что. А что, уже зима или лето? Лето. Почему? Потому что снег растаял. А чем ты занимался в прошлом летом? Скажи. Играл с друзьями. Так, а как ты себе школу представляешь? Что такое школа? Это где все школьники учатся. Лучше быть в школе или в садике? В садике. Почему? Мне нравится в садике быть. Ну а что тебе есть еще запомнить больше всего? Новый год. Можешь помахать, сказать до свидания, детский сад. До свидания, детский сад. Как тебя зовут? Ева. Сколько тебе лет? 6. Тебе в садике нравится? Да. А что тебе больше всего запомнилось? Играть с подружками. А как зовут твоих подруг? Аня, София, Ева. А так, а что в школу хочешь? В школу хочешь пойти? Что такое школа? Школа, где дети учатся. Так, а думаю, школа будет лучше или садик лучше? Садик. Почему? Что в садике можно поспать. Так, а кем ты хочешь стать? Врачом. Почему? Пока еще не знаю. Да. Хорошо, а какая у тебя мечта? О чем ты мечтаешь? Мечтаю о котенке. Почему? Потому что мне хочется вот с кем-то таким поиграть. Потому что моя сестра же в школе. С котенком можно поиграть там. Хорошо. А что лучше, зима или лето? Лето. Почему? Потому что лето можно бегать без шапки. А чем ты занималась прошлым летом? Я была когда маленькая, мне открутили колесико и учили меня ездить на двухколесном велике. Класс. Можешь помахать, сказать до свидания, детский сад. До свидания, детский сад. Так, тебя зовут? Меня зовут София. Сколько тебе лет? 6. Тебе в садике нравится? Угу. А что тебе больше всего запомнилось в садике? Больше запомнилось в садике? Да. Как? Ну, мне понравилось, как мы играем в садике и веселимся. Отлично. А в школу ты хочешь? Хочу. А что такое школа? Как ты представляешь? Я хочу школу, но сильно переживаю, что больше не увижу воспитателей. А кем ты хочешь стать? Я хочу стать полицией. Почему?
потому что мне нравится. А какая у тебя мечта? У меня мечта, что звезды упали с неба. Зачем? Чтобы я загадала много желаний. Классно. А что лучше, лето или зима? Лето. Почему? Потому что летом можно купаться в бассейне. До свидания, детский сад. Тимур. Сколько? 7. Да. А что мы вчера делали все вместе, делали, врезали человечков. А как зовут твоих друзей? Артем, Виталя. И еще Семен. Да. Я буду в первом классе быть со своими всеми друзьями, кто пойдет в 48-ю школу. Садик, потому что в садике можно спать и есть кашу. А дома ты один, когда школу закончишь, сам за холодильник, сам за обед. Я мечтаю порыбачить. Что? Как там, доктором? Потому что это моей мамина мечта. Стать тоже доктором. Хорошо. А что лучше, зима или лето? Что? Что лучше, зима или лето? Мне нравится, когда всегда мама мои вопросы задает. Что ты меньше делал? О чем? Зима. Просто мне зима нравится, потому что там всегда нету насекомых. Но лето тоже мне так прям нравится. Просто летом жаркие насекомые летают. И я не люблю, когда меня жалят, как там, осы. До свидания, детский сад. Как тебя зовут? Женя. Сколько тебе лет? 6. Тебе нравится в садике? Да. А что тебе больше всего запомнилось в садике? Мне запомнилось больше всего, где мы сегодня с Олесей, с моей подругой, гуляли и играли в дочки-матери. Мне больше всего этого нравилось. А ты хочешь в школу? Да. Где надо учиться. А лучше школа или садик? Садик. Потому что не надо читать, не надо долго сидеть и можно сходить погулять. Какая у тебя мечта? Моя мечта? Моя мечта, чтобы мама всегда была здоровой и счастливой. Класс. А кем ты хочешь стать? Я когда вырасту, хочу стать ветеринаром. Почему? Потому что это увлекательная работа. Лечить животных. Хорошо, можешь сказать до свидания, детский сад. До свидания, детский сад. Меня зовут Дима. Сколько тебе? 6. Тебе все это не нравится? Нет. Почему? Потому что тут часто лгают. Да, просто так, если даже не шумлю. Ты будешь, я просто так не люблю садик. Да. Потому что там можно все уроки получить и пойти домой и играть. А кем ты хочешь стать? Когда я вырасту, я хочу стать
полицией. Почему? Потому что там надо ловить преступников. Как тебе мечта? Ну, я мечтаю стать супергероем. Почему? Потому что можно ее спасать. А? Что лучше, зима или лето? Зима. Почему? Потому что там много развлечений. Так, не забывай. До свидания, детский сад. Как тебя зовут? София. Сколько тебе? 6. Тебе в садике нравится? Да. А что тебе больше всего нравится? Что мы все вместе дружим. А как зовут? Афак, еще Женя и Аня. А ты в школу хочешь? А? В школу хочешь? Да. Что такое школа? Школа – это чтобы учиться. Школа и садик. Почему? И то, и то нравится? Да. Почему? Потому что классные и очень мне нравятся. А кем ты хочешь стать? Стоматологом. Почему? Потому что могу деткам лечить зубики. А какая у тебя мечта? О чем ты мечтаешь? Пока не решила, да? Да. А что, лучше зима или лето? Зима. Почему? Потому что она холодная. Можешь помахать, сказать до свидания, детский сад? До свидания. Детский сад. Детский сад. Забудь. Тамерлан. Сколько тебе лет? 7. Тебе нравится садик? Да. А что ты больше всего нравится? Тебе нравится? А? Что больше всего в садике? Гулять, играть, многое другое. Как зовут своих друзей? София Репкова, Дима, Виталия, Амилан, Миша, Вика Назарова. А ты в школу хочешь? В школу? Да. Да. Что ты хочешь в школу? Хочу писать. Лучше школа или садик? Лучше садик. Почему? Потому что там можно гулять, спать, а в школе нет. А что лучше, зима или лето? А? А что лучше, зима или лето? Лето. Почему? Потому что летом жарко. А кем ты хочешь стать? Полицейским. Почему? Потому что там можно деньги много зарабатывать и так, а какая у тебя мечта? О чем ты мечтаешь? О чем? О собаке такой, который я бросаешь косточку, и она идет за косточкой, а потом отдает хозяину. Ну хорошо, можешь помахать, скажи, до свидания, детский сад. До свидания. Как тебя зовут? Ангелина. Сколько тебе? 6. Тебе в садик нравится? Да. А что тебе больше всего нравится? Мне нравятся игрушки. Я ходил, не знаю. Да. А как зовут твоих друзей, скажи?
Это Олеся Еладер. Так, а что, лучше школа или садик? Садик. Потому что там интересно. А кем ты хочешь стать? Я хочу стать Я хочу тренироваться художественной гимнастикой ходить. Так, почему? Потому что я хочу стать сильной. А какая у тебя мечта? О чем ты мечтаешь? Я мечтаю себе комнату сделать. Не знаю, что тут делать. А ты можешь помогать сказать? До свидания, детский сад. До свидания, детский сад. Так, как тебя зовут? Аня. Сколько тебе лет? 6. Тебе в садике нравится? Да. А что тебе больше всего запомнилось в садике? Не знаю. Ну, чем ты тут занималась, расскажи. Я рисовала. Так, а еще? Пазл собирала. Как зовут твоих друзей? Ваня, Олеся, София, еще София, еще Ева, еще одна Ева. А ты хочешь школу? Не очень. Почему? Потому что там надо писать. А мне писать не нравится. Мне нравится писать, да? Ну так это же просто. А учишься? Я мечтаю, чтобы мы дом построили. Какой? Зачем? Двухэтажный. Так, а еще? Просто мы все мечтаем, чтобы мы построили дом. А кем ты хочешь стать? Гимнасткой. Почему? Потому что я гимнастикой занимаюсь. Тебе нравится? Да. Хорошо. Можешь помахать, сказать «до свидания, детский сад». До свидания, детский сад. Все. Как тебя зовут? Эмерлан. Сколько тебе лет? 6. Тебе в садике нравится? А что тебе больше всего запомнилось в садике? Как мы там гуляли, веселились. Как зовут твои друзья? Эмерлан, София и... Ну и все. Дальше я уже не помню. А ты хочешь на пол? Ева. Почему? Тебе нравится школа? А как ты представляешь школу? Что это? Потому что там пирожки такие. А что лучше, школа или садик? Садик. Почему? Потому что там больше вкусняшек дают. Да. Кем ты хочешь стать? Я хочу стать стройщиком. Не, ну там надо забираться, там, потому что хочется на высоте побыть чуть-чуть. Там. Какая у тебя мечта? О чем ты мечтаешь? Ну там о доме крутом. Зима. Почему? Потому что можно на коньках кататься, там, на всем. Ну, кроме велика и самоката. На велике можно дрифтить еще. Хорошо. Можешь помахать, сказать «до свидания, детский сад». Скажи «до свидания, детский сад». До свидания, детский сад. Как тебя зовут? Ева. Сколько тебе лет?
6. Тебе в садике нравится? Да. А что тебе больше всего запомнилось в садике? Мне запомнилось, что я хочу лампу белую и красивую очень. И гимнастку хочу очень. Почему? То, что мне нравится гимнасткой. А ты уже занимаешься? Ну, когда-то. Мне мостик делать. Да. А что такое школа? Как ты представляешь? Я хочу, там у меня все машина была, и собачка была, и кошечка. Да. А лучше зима или лето? Лето. Почему? Потому что лето мне нравится. А чем ты занималась в прошлом году? Играла. Рисовала. А что еще тебе в садике запомнилось? Мне запомнилось, так, как я играла с Семей. Дружила. Можешь помахать, сказать «До свидания, детский сад». До свидания, детский сад. Как тебя зовут? Амир. Сколько тебе лет? 6. Тебе в садике нравится? Да. А что тебе больше всего запомнилось? Чем ты тут занимался, расскажи. Тут занимался конструированием. Конструирование из бумаги, я занимался здесь. Математика. Читали нам книжки. А кем ты хочешь стать? Спецназом. Почему? Мне нравится быть. Мне нравятся пистолеты там. Какая у тебя мечта? О чем ты мечтаешь? О чем ты мечтаешь? Мечта есть? Мечта? Нету. А что лучше, зима или лето? Лето. Почему? Потому что можно там плавать. Вот в бассейне ловите рыбу. Хорошо. Можешь помахать, сказать «До свидания, детский сад». До свидания, детский сад. Как тебя зовут? Сагиган. Сколько тебе лет? 7. Тебе в садике нравится? Да. А что тебе запомнилось больше всего? Играть. А как зовут твои друзья? Ваня и Тавилан. Так, а кем ты хочешь стать? Милиция. Почему? Потому что вот так круто. Какая у тебя мечта? Не знаю. Ну, а чего ты мечтаешь? Не знаю получить 500 денег. Зачем? То купить тебе гелик. Зачем? То кататься на нем. Так, а лучше зима или лето? Лето. Потому что на велике можно ехать и на самокате. Классно. Можешь помахать, сказать «До свидания, детский сад». До свидания. Детский сад. Детский сад. Как тебя зовут? Олеся. Сколько тебе лет? 6. Тебе нравится в садике? Да. А что тебе больше всего запомнилось в садике, расскажи. Мне больше всего запомнилось... как мы играли на площадке. А что лучше, садик или школа? Как ты представляешь? Садик. Почему? Потому что в нем весело. А в школе?
скучно. А что такое школа? Там, где все время нужно учиться и писать. То есть ты не хочешь школу? А кем ты хочешь стать? Полицейской. Почему? Потому что мне нравится эта профессия. А чем? Ну, там можно ловить воришек, там красивая одежда. А о чем ты мечтаешь? Я мечтаю о том, когда мы с Артемом поженимся. А кто это такой? Это у нас в группе токарев. Хорошо, а зачем? Потому что мы друг друга любим. Классно. Пожелай ему что-нибудь перед школой? Что ты можешь пожелать? Не знаю. Что лучше, зима или лето? Лето. Почему? Потому что летом можно гулять голыми. Можешь помахать, сказать до свидания, детский сад? До свидания, детский сад. Вот. Еда. Сколько тебе? 6. Тебе в садике нравится? Да. А что тебе больше всего запомнилось в садике? Играть. А во что вы не собираете, расскажи. Пазлы собирать. Как зовут твоих друзей? У тебя есть друзья? Да. Как их зовут? Ева, Олеся. Так, а ты хочешь школу? Да. Что такое школа? Учиться. А лучше школа или садик? Ну где, как ты считаешь, лучше будет? В садике или в школе? В садике. Почему? Потому что там есть игрушки. А кем ты хочешь стать? Врачом. Почему? Потому что врач всех лечит. А какая у тебя мечта? О чем ты мечтаешь? О том, чтобы стать врачом. Хорошо. А лучше зима или лето? Что лучше, зима или лето? Лето. Почему? Лето. Почему? Потому что летом тепло. Хорошо, можешь помахать, сказать до свидания, детский сад. До свидания, детский сад, скажи. До свидания, детский сад. Как тебя зовут? Артём. Сколько тебе лет? 7. Так, давай еще. Ну, давай. Как тебя зовут? Артём. Сколько тебе лет? 7. Тебе в садике нравится? Да. А что тебе больше всего запомнилось в садике? Как мы гуляли. А как зовут твои друзья? Семён. Ты в школу хочешь? Да. Что такое школа? Ты где учатся? А лучше садик или школа? Садик. Почему? Потому что там можно спать. Кем ты хочешь стать? Спецназом. Почему? Просто можно прыгать по домам. А какая у тебя мечта? О чем ты мечтаешь? О крутом доме. Почему? Просто там можно купаться, там будет спа. А что лучше, зима или лето? Лето. Хорошо, почему? Потому что можно играть в футбол. Отлично. Можешь помахать, сказать до свидания, детский сад. До свидания, детский сад. Давай. Как тебя зовут? Вика. 6. Тебе в садике нравится? А что тебе больше всего запомнилось в садике? Чем ты тут занимался, скажи? Занимаемся мы когда-нибудь или ходим, чтобы утренник учить, или
занятия проводим. Как зовут твоих друзей? Камила, Аня, Дима. А ты в школу хочешь? Не очень. Почему? Потому что мы писать. А кем ты хочешь стать? Не знаю. Ну, а какая у тебя мечта? О чем ты мечтаешь? Спокойно, я скажу. Не знаешь пока. А что лучше, зима или лето? Зима или лето лучше? Мне нравится лучше лето. Почему? Потому что много чего там можно делать. Хорошо. До свидания, до свидания. До свидания, до свидания. До свидания, Как тебя зовут? Камила. Сколько тебе лет? 6. Тебе в садике нравится? Да. Что тебе больше всего нравится? Занятия. Садики? Да. Занятия. А чем ты тут занимался, скажи? Не знаю, что. А что лучше, школа или садик? Садик. Почему? А как ты школу представляешь? Что такое школа? Школа – это где дети учатся. Так, а какая твоя мечта? О чем ты мечтаешь? О кошке. Почему? О кошечке и собачке. Потому что я люблю животных. А кем ты хочешь стать? Доктором. Почему? Потому что мама говорила, что это очень хорошая работа. Лето. Почему? Потому что летом жалко и хорошо. Хорошо. Можешь помахать, сказать до свидания, детский сад? До свидания, детский сад. Доктор, как тебя зовут? Рома. Сколько тебе лет? 6. Тебе в садике нравится? Угу. А как, что тебе больше всего нравится в садике? Садик. Чем ты тут занимался, расскажи. Как зовут твоих друзей? Не всех перечислить. Ну да. У тебя много друзей, да? А ты школу хочешь? Я по готовишке закончил. А что лучше было, школа или садик? Обе. Да? А о чем ты мечтаешь? Какая твоя мечта? У меня много их. Ну расскажи. Сам же, о чем ты мечтаешь? Самое дорогое, что поскорее вырасти. Зачем? А кем ты хочешь стать? Археологом. Почему? На кости динозавров посмотреть хочу. Да? Хорошо. А что, лучше зима или лето? А? Что, лучше лето или зима? Лето и зима. Почему? Там мошка. Где? Вон. Да. Ну что? Да. Все-таки это почему лето или зима? Мне нравится зима, потому что у меня зимой день рождения, и летом мне нравится, что тепло и хорошо. Класс. Можешь помогать сказать до свидания, детский сад? До свидания, детский сад. Так, как тебя зовут? Меня Владик. Сколько тебе лет? Мне 6. Тебе в садике нравится? Да. А что тебе больше всего нравится? Мне нравится, как мы гуляем. Так, как зовут твоих друзей? Артём, Семён и Катя. Так,
кем ты хочешь стать? Я полицей. Почему? Потому что мне так нравится. А какая твоя мечта? О чем ты мечтаешь? Я мечтаю, я поехала на море. Ты еще не ехала на море? А куда ты поехаешь? Я хочу очень сильно на пляж все. Хорошо. А что лучше, лето или зима? Лето. Почему? Потому что можно на море лететь и не на дачу. Хорошо. А что мы хотим сказать? До свидания, детский сад. До свидания, детский сад. Миша. Сколько тебе лет? 6. Тебе, кстати, нравится? Да. А что тебе больше всего запомнилось? Мне больше всего запомнилось, как мы готовимся к выпуску к нему. А как зовут твоих друзей? Семен, Артем, Дима, Марк, кто-то еще, я не помню. А ты хочешь школу? Нет. А что такое школа? Как ты представляешь? Я представляю себе, как там будут учителя реагировать на нас, на всех. А кем ты хочешь стать? Водителем. Почему? Потому что мне эта профессия очень нравится. А какая твоя мечта? О чем ты мечтаешь? Я бы хотел пожениться на Олесе. Да, почему? Потому что она мне нравится. Классно. А что, лучше лето или зима? Ну что тебе больше нравится, лето? Мне нравится лето. Почему? Потому что оно очень теплое. Можешь помогать сказать до свидания, детский сад? До свидания, детский сад. Как тебя зовут? Вика. Сколько тебе лет? 7. Тебе в садике нравится? Угу. А что тебе больше всего понравилось? Всего больше мне понравилось. Больше нравится друзья. София, Марк, Ваня, Артём, Влад, Вика. Врачом. Почему? Потому что врачом быть интересно. О школе. Представляю, чтоб я получила одни пятерки. Садик. Потому что в садике можно спать. До свидания. Детский сад. Как тебя зовут? Афак. Сколько тебе лет? 7. Тебе в садике нравится? Да. А что тебе больше всего запомнилось в садике? Что мои воспитатели хорошие. Они нам заставляют делать всякие фигурки. А ты школу хочешь? Да. А как ты представляешь школу? Что это? Школа там учат математики. Там делают, решают буквы, цифры. Считают по 100. Кем ты хочешь стать? Доктором. Почему? Потому что там можно лечить зубы, родить детей.
ставить прививки, кого болит шея. Так, а какая твоя мечта? О чем ты мечтаешь еще? Я мечтаю, что, чтобы мне мама подарила щеночка. Зачем? Потому что они такие миленькие. Хорошо, ну что можно сказать? До свидания, детский сад. До свидания, детский сад. Катя. Сколько тебе лет? 6. Тебе в садике нравится? Да. Так, а что тебе больше всего запомнилось в садике? Ну, чем ты тут занимался, скажи. Больше всего мне понравилось да. Лепить из пластилина. Какая твоя мечта? О чем ты мечтаешь? Я мечтаю пожениться на Владе. Почему? Он добрый, умный. И он тоже мечтает на мне пожениться. Да, каким ты хочешь стать? Октонавтом. Почему? Я люблю плавать. Чего? Что лучше, лето или зима? Лето или зима лучше, что тебе нравится? Лето. Почему? Потому что летом каникулы и всегда тепло. А как ты представляешь школу? Ну что ты хочешь школу вообще? Что представляю? Ну как ты школу представляешь? Школу. Большое здание. Там, где много лебедишек, они учатся. Можешь сказать, до свидания, детский сад. Помахать камеру. До свидания, детский сад. До свидания, детский сад. Это группа, первая моя выпускная группа. За всю свою трудовую деятельность, когда я работала в детском саду, мне пришлось первый раз выпускать своих детей. Это очень трогательно, это очень больно. Деток я взяла с 3 лет. Вместе со мной, всегда со мной рядом, моя поддержка, моя опора, где-то мой советчик, но самый главный мой помощник – это наша няня, помощник воспитателя Марина Анатольевна Симоненко, за что я ей очень признательна. Очень кропотливую работу она нам делает. Всех деток мы приняли как своих, мы их полюбили. Тяжело очень расставаться, конечно. Дети очень все разные, все по-разному адаптировались в своем раннем возрасте. Кто-то очень тяжело привыкал. Конечно, не скроем, что есть у нас слезки до сих пор. Есть дети, которые до сих пор приходят со слезами. Это дети, которые в основном своем очень редко посещают детский сад. А те, которые ходят изо дня в день, они очень быстро привыкли, адаптировались. Они уже приходят как к себе домой. Всем своим деткам хочу пожелать, чтобы они влились в свой новый коллектив. Вот, знаете, закончилось самые беззаботные для них годы. Это годы в детском саду. Теперь у них уже побольше будет забот, у них впереди самое главное – это школа. Хочу, чтобы они все хорошо учились, дети все очень умненькие, все такие добренькие, все такие миленькие. Как свои родные. Вот прикипела я к ним душой, конечно. Тяжело очень расставаться с вашими детками. Спасибо огромное родителям. Где-то, конечно, я была, может быть, и грубовата с родителями, где-то, может быть, я как громко говорила, неправильно где-то что-то. На этом я заработала свой опыт. Благодаря своим деткам я получила первую квалификационную категорию. Спасибо им большое. Это было в средней группе. Теперь я педагог с квалификацией, с категорией. Спасибо нашим деткам. Желаю деткам успехов во всем. Пусть их окружают только добрые, любящие люди. Пусть им знания даются легко, а родителям терпение, здоровье,
и благополучия в ваших семьях. А самое главное, мирное небо над головой всем, всем нам.